Саяны. Уже в третий раз мы отправляемся в сокровенные места Восточного Саяна, так полюбившимся нам своей непередаваемой красотой величественных гор, таежных просторов и чистейших рек с порогами и водопадами бурлящих энергий. Наш путь начинается по горной реке Кизир, на которую мы приехали уже в третий раз. Название этой реки, происходящее от хакасского Кизир, режущий, она оправдывает в полной мере. В ее верховьях, прокладывая себе дорогу, Кизир рассекает скальные берега, образуя узкий каньон, высеченный временем и водой. Именно он является одной из наших целей в этом путешествии, но об этом чуть позже. Эта поездка пришлась на начало лета, когда природа пробуждается от своего зимнего сна, и все вокруг наполняется жизнью. В этом году снежная зима в Восточном Саяне принесла в реки много воды. И хотя пик паводка уже прошел, уровень воды в Кизире оставался еще большим. Нам предстоит преодолеть около 240 километров вверх по Кизиру на 4 лодках в составе 8 человек. На эту экспедицию мы выделили неделю, поэтому для комфортного отдыха мы берем с собой все самое необходимое снаряжение и 1600 литров бензина. Все лодки, участвующие в этой экспедиции, являются продуктом нашего производства, в том числе и аэроглиссер, который мы стали серийно производить с прошлого года. Под лучами летнего солнца, на фоне величественных гор, среди шума воды и пения птиц, начинается наше новое приключение, которое обещает быть очень интересным. Впереди нас ожидают два серьезных порога, которые нам предстоит преодолеть и протестировать нашу технику в настоящих жестких условиях неукротимой водной стихии. И мы готовы преодолеть все трудности. Друзья, команда стрижей приветствует вас. Взаимно. Находимся мы сейчас на первом пороге реки Кизир. Приехали сюда вновь. Практически той же самой командой, за некоторым исключением. Приехали на наших 4 лодках стриж, 3 надувные лодки под мотором и наш ветродуй. Сегодня у нас на календаре 19 июня, вода большая, как раз самое то, что надо для того, чтобы выполнить нашу, так сказать, цель, дойти до Кинзелюкского водопада. Сейчас нам предстоит первое, штурм этого порога. В такую воду мы, во-первых, ни разу не были, соответственно, и ни разу не штурмовали. И второе, это оттащить уже по проторенной дорожке наши лодки оставшиеся. Я думаю, контент будет интересный. Сейчас передам нашему штурмовику слово, Евгению. Держи. Ну, что сказать. Пройдем, не пройдем, но попытку сделаем, это однозначно. То есть, ну и второе, очень хотелось бы, конечно, повидать Кинзелюкский водопад. То есть, я думаю, что вода нынче позволит, вода нынче высокая. То есть, посмотрим. Я думаю, будет очень много приключений. Впечатлений. Впечатлений, да. Будем приключаться, впечатляться. То есть, ну, удивляться. И удивляться, да. Все это вы увидите, все это мы снимем. Welcome! Все, больше затягивать не будем. Вперед! Везде, говорит, всеми, говорит, путями пойдем. Нет, я точно не пойду. Первый порог на Кизире, большую воду,
достигая четвертую категорию сложности водников-туристов. В такую воду этот порог кардинально преобразился по сравнению с прошлым и позапрошлым годом во время наших визитов. Расход воды увеличился значительно, и малый рукав порога, который был практически сухим, сейчас хорошо наполнен водой и на данный момент, по нашему мнению, является более безопасным для прохождения. Первый порог считался непроходным для плавсредств вверх по течению. Тем не менее, наша команда была первой, дважды прошедшая этот порог в низкую воду по большому рукаву на водомете. На данный момент повторить прохождение первого порога по этой же траектории будет, на наш взгляд, крайне опасно. Поэтому мы приняли решение, что штурм порога будет осуществляться по малому рукаву. Все, поехали!
все, ну, я пишу. Что хочу вам сказать, господа, всем тем хейтерам и еще кому-нибудь, кто говорит, что вот нижние шлемки надо обрезать или отстегнуть. То есть вот это скажу в первую очередь. Ребята, это единственное, что вас отделяет от корма для рыб. В смысле, из статуса в рыбака не переводят в корм для рыб. То есть это раз. Во-вторых, если хотите ходить по порогам, вот реально, ставьте неваляшку. То есть целый мотор, целая лодка, кильнулись. Ну, даже я в лодке остался. То есть я ее смог в одного поставить на киль. Это нормально. Тебе еще фальшборд, кстати, хорошо помог. Да, фальшборд, да. Откидной фальшборд. То есть, грубо говоря, я его откинул, вылез, вышел на лодку, перевернул ее, назад на киль поставил и по фальшборду залез опять в лодку. То есть нормально все. Фух. Ну что, надо все повторить, потом, кстати, завести, проверить. Обязательно. Кайфанул неимоверно. Ищу его вокруг лодки, где все. Нету. Потом Сашка заметил в лодке. Сидит как в этом, в бомболюке корова в этой национальной охоте. Не так разгорячишься. Ну давай тогда уже лодку переворачивать. Уже не стали его искать. Ну так вот и это. Ну молодец. Молодец. Вот сейчас будем поднимать наши лодки лебедкой. Для сравнения, чтобы вы понимали, ребята, вот как вас зовут, кстати? Владимир. Владимир Рустам. И Рустам. Они сейчас обносят первый порог с помощью вот такого приспособления. Тяжелое, да? Да, но, к сожалению, с помощью такого приспособления мы лодку не перетащим. У нас есть более интересные методы. Вот сейчас как раз Александр Алексеевич расскажет, чем мы сейчас будем заниматься. Расскажу, да. Мы приспособили автомобильную лебедку. Установили на нее бензиновый двигатель от сенокосилки. Вот. И с помощью этой лебедки мы сейчас будем перемещать аэролодку вокруг первого порога. Вот. Значит, задача такая. Лебедка тянет, подкладываем наши судоподъемные баллончики. Вот. Все, и лодка, по идее, должна ехать на этих баллонах с помощью лебедки, что мы в принципе и делаем при перемещении больших судов. То же самое мы сделаем и здесь. Вот, то есть у нас для этого как бы все есть. Ну попробуем, то есть. А что пробуем? Мы это уже проходили? Не, ну мы проходили, но у нас тогда был электродвигатель, да, мы мучились тем, что идет нагрев, долго остывали там все. Сейчас у нас бензиновый двигатель. Попробуем, как покажет себя эта система. Да? Вот. Она, в принципе, довольно автономная, от электричества независимая. То есть все, тут должно получиться гораздо быстрее и ловче. По прошлому году, по прохождению и с применением судоподъемных баллонов, у нас на сайте появилось очень много заявок от людей, которые посмотрели наш сайт, наши фильмы вот, об этом. Люди стали заказывать судоподъемные баллоны, вот, потому что это облегчает именно саму вот эту переброску лодок через препятствия. Вот, очень облегчает. Вот, и поэтому мы задумались об этом, и производство судоподъемных баллонов организовали у себя на производстве. Вот. И всем, кому это интересно, обращайтесь, вот, пишите нам, будем вам всем помогать. Так что в добрый путь. Затяжки, смотрите туда. Хотели облегчить себе труд, сделали лебедку. Вот. Ну, на полдороге она у нас приказала долго жить по причине, ну, того, что, во-первых, скорее всего, и некачественно получилась сама лебедка, потому что Made in Китай, вот, не выдержал таких нагрузок. Вот. Решили старым дедовским методом с помощью полиспаста, блоков. Вот, благо с собой
заранее было взято на всякий случай 200 метров веревки, которая нам сейчас пригодилась. Вот. И продели блоки, и сейчас будем остальную часть пути, значит, преодолевать с помощью мускульной силы своей, системы блоков, веревок. Вот. Ну, посмотрим, что из этого получится. Сколько полиспасов у нас сейчас? Сейчас усилия на полиспасе у нас, так, 4 каната, то есть усилие наше увеличивается 8 раз. 8 раз. 4 блока, 8 раз. То есть 8 раз наша мускульная сила будет мощнее, вот, за счет системы блоков и веревок. Ну, посмотрим, должно хватить теоретически. Как будет практически, увидим. Так, все, держим, переходим. Ура! А? А что надо было сделать? Пойти порог? Все, поехали. Держимся!
жестко, без руля-то. Более без руля. Давай, короче, вначале все делаем, все равно начнем. Делаем руль, заводим, потом упадет. НМ эмоции сюда, пожалуйста. Я готов. Видавшие виды говорят о мотором газую, она не едет в яме. Проверим. Вот в этот вал мы не можем вытянуть, нам не хватает. В другую силу воды. Проверен. В эту ступеньку нам не хватает вывести. Да там дестабилизация какая-то, представляешь, просто. Она, видишь, должна, при такой высоте вала, должна быть вода хотя бы ровная. А там она мало вихрем, как бы, еще там и косые течения присутствуют. Косые струи, но... Но гладкого нет совсем. Вода прям срывается. Она там отрывается просто, а не... А не бежит. Да. Неужели лодку через порог потянет? Все скалы пособирали. С рулем еще попробовать? На жаре, блин, отстояло столько. Попытка номер два также не увенчалась успехом. То есть, в частности, отказало рулевое управление. То есть электроусилитель 0,7 руля отказался работать. Ключ пролюбили еще после первого оверкиля. То есть пришлось уводить, разбирать машинку, уводить провода напрямую. В общем, лодка ведет себя отлично, рулевое управление неадекватно, очень тяжелое. Да, сила вала просто конская, я не знаю, развернула лодку на 180 градусов, уже шли вниз, и просто мотор работал на полную, но мы не могли выехать из бочки. То есть я не знаю, это какая-то жопа. Между двухметровых валов. Да. Между двухметровых валов получается очень глубокая яма. И нас просто туда задом, мотор на всю и все, газировка. А лодка едет назад при этом. Сзади 2 метра, впереди еще 2 метра полка. Вперед, яма держит, да? Вперед падает, да. Она не просто варит. Держит, она тянет просто под струю. Тяга обратно. Вот она именно варит назад. Она стягивает в скалу. Непроносная. На скалу натягивает, начинает жевать. Планы какие? Какие планы? Дальше идти. Восстанавливаем руль, пробуем как бы. Еще вариант хотя бы с рулем, что без руля это нереально. Я бы все-таки по той ломанулся бы. Да ну там вообще нереально. Везде, говорит, всеми, говорит, путями пойдем. Блин, я точно не пойду. Я говорю, давай по этому руслу. Там вообще проходное все. Ты тот не поднял. Тут 4 раза сильнее. Ты левый не поднял. Здесь только мотора. Вот проскочить. Блин, я точно не пойду. Он сильнее в 6 раз. Это по минималке, говорю. Там, по-моему, глажи. Сложность в чем? Когда проходили другим берегом, вал был как бы один, высокий, как бы мощный, но один, да. Хватало инерции. Здесь вала два, и между ними глубокая яма. На первом валу вся энергия теряется в ноль, инерция. И все, и на втором надо мотором... На второй вал уже чисто мотором просто... Второй вал надо поднять мотором без разгона. Начиная с водоизмещения, когда только первый вал выходишь в водоизмещение, и все, ты должен где-то здесь, перед этой ямой воды набрать и стрельнуть на второй вал. Сложная история. Так, ребят, готовим плов. В сторону сала, ага. Сегодня уже получается на второй день. Мясо нужно готовить, иначе мы испортимся. Решили на сале. Не будем лить масло. Да. Смотрим, что будет. Сала много. Да. Скорее сала много, но вытопит. Натопится. На этом жире мы будем готовить.
красавчики. Блюдо от шефа. Ванька сегодня костровой. Нет, Ванька сегодня повар. Ну, повар и костровой, два в одном. Вечерний ужин готов. Стараемся всегда делать плов по возможности. Сегодня решили его приготовить. Смотрите, видите, разваристый рис. Мы, кстати говоря, сейчас с Витей спорили, кто нужен рис. Я покупаю обыкновенный круглый рис. Мне понравилось, что узбеки варят. Видишь, он разварит? Это развалистый. Не каша. С бурого каша просто невозможна в плове. Поэтому у меня казанчики мои вот, всегда здесь, готовят. Смотри, здесь просто круглый рис. Всегда готовят из бурого риса. Может, по вкусу он им еще заходит, я вот. Не знаю. В общем, на вид все получилось. Попробуй на вкус что. Я попробую. Давай. Он, я, кстати говоря, вот горячий плов не очень люблю. Я люблю, да. Когда он остынет. Подуч. Отлично. Не распробовал. Отлично, отлично. Я просто думал, добавился рис, нет? Все. Плов на свином сале. Ни капли растительного жира. Супер. Друзья, жалко, камера не передает вкус и запах. Да. Самое приятного аппетита. Самое главное. Нам. Ну и вам, друзья, кто смотрит за столом. Такую высокую планку мы еще не ставили, как бы. Порог на Кизире. Жека, мне кажется, пройдет однозначно. Неважно, какой будет уровень воды почему-то. Ветродуй под опросом, конечно. Ну а так, не знаю. Стримимся, развиваемся. Планка растет, поэтому Кизилюкский водопад. А у меня лично своя цель взять пик Кизилюкский. Высота 200 с чем-то. Цифру точно не помню. Лично вот такая вот у меня цель. Страшно было. Страшно. Остались мы без электроусилителей.